Кировском районе создадут еще один ТОС – 25-й. И такая инициатива от активистов – ощутимая поддержка для властей. Ведь общественники помогают решать проблемы, важные для всех жителей дома или улицы. Больше всего, конечно, это благоустройство, то есть какие-то придомовые территории и вопросы, там, вопросы ЖКХ. Это проект по благоустройству на несколько миллионов рублей. Двор сделали просто замечательно. Действительно, прям очень красивый двор. И если я не ошибаюсь, то они вот заявили там, на лучший двор России. Активисты следят за порядком, устраивают праздники, привлекают к обустройству дворов детей и подростков. Кировский район, можно сказать, передовик. Из почти 140 ТОС в городе 24 в этом районе. Причем четверть из них отвечают за развитие частного сектора. Наш район очень большой микрорайон, то есть протяженность около 3 километров, поэтому на каждую улицу не добежишь. И для того, чтобы была связь, что на какой-то улице что-то случилось, и чтобы это доходило до нас, а мы доносили вовремя до администрации, до депутатского корпуса, для того, чтобы работа сложилась, нам пришлось пройти по улицам, назначить на каждой улице старшего, потом из этих старших выбрать председателей уличных комитетов по кустам, то есть на нескольких улицах один председатель, а на каждой старший, который ему помогает. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!